Я вот хотел бы вручить вам телефон, вообще вернуть. Спасибо. И память о Саратове, о полиции саратовской, хотел бы вручить вам вот такой знак МВД России на память. И вот этот нарукавный знак полиции с триколором российским. Тоже на память вам. Спасибо. Потому что у вас память осталась. Понравилось Саратове? Да. Понравилось? Очень приятно. Да. Ну, молодцы, как вы выступили? На соревнованиях. How did you perform? Good. We are not the we're half team. We are only four, but we were. Они хорошо выступили, но сейчас здесь не вся команда. Ну молодцы. Молодцы. Желаю вам успеха. Спасибо. Приезжайте в гости. Но. I was in the bank with my teammates to exchange some money, and when we go out of the bank. In the hotel, and before that to the stadium, I understood that my phone was missing in the bank. Она с командой пошли в банк, чтобы обменять деньги, и в банке потеряли телефон, но заметили это только после того, когда уже вернулись в отель. I think that the Russian police is very good job, is doing very good job. Ванесса благодарна за то, что полиция так быстро и оперативно сработала, и она говорит, что полиция делает хорошую работу.